Студенческий молодежный театр «Жалказан» основан больше 15 лет назад. С этого времени студенты обучаются здесь театральному мастерству. Выпускники театра по всей республике открывают театры в школах, колледжах, университетах и работают с детьми. Мы были в России 2 раза на фестивале. В Усть-Каменогорске на республиканском фестивале. 2 раза были в столице. На фестивалях мы занимаем призовые места и с честью представляем область. Асия Сагендыкова, студентка 4-го курса, учится на учителя казахского языка и литературы. Девушка признается, с детства мечтала стать актрисой. Мне кажется, сейчас моя мечта почти осуществилась. Я играю в студенческом театре. Каждой своей роли подхожу ответственно и серьезно. В сегодняшнем спектакле у меня главная роль. Почему я выбрала эту роль? Потому что через героиню я могу показать и свои характерные черты. Именно к этой героине они подходят. У нас в каждой постановке особенная подготовка. Каждый год у нас проходит кастинг. Мы ищем новые таланты и вместе с ними очень много работаем. Главная наша цель в будущем – ездить с гастролями. В планах уже есть выезды за пределы Кокштау. Ежегодно проводится кастинг для работы в студтеатре. На кастинг приходят около 100 студентов, из них отбираются самые талантливые. И на протяжении 4 лет обучения они работают в театре. Танцуют, поют, показывают свои актерские навыки, играя в спектаклях. Айгерим Бегенова, Жарсун Умурзак, Жамбыл Балтаев, Кокшиакпарат.